сказать, типичный вечер на РТС. Просто иначе это никак не назвать. Когда все дни не спят, когда завтра на школу, прочтите в ПТУ. Что это такое, пиздец, товарищи? Поэтому наберите, пожалуйста, администратор. Кому более 16-17 лет начал таких вот ее, порой просто никак не может стерпеть. Да, мы все помним, блядь, про защиту от госатаки, все помним прекрасно про хорошие отечества, наверное, все верят. И, блядь, по-моему, это просто ебучий клюк, который не мерещится, как вам. Так что... Не берите голову, блядь, все прекрасно. Анка, привет. Хотя нет, Шама на 4, мы играем на 10. Гагарин, сука, почему ты так не делаешь? Ну что? Боу. Я даже хуй знает, что это оскорбление, блядь, или комплимент. Уважаемые игроки, изучите хотя бы, блядь, оскорбление на русском языке. Усилите, питание, блядь, компилации, снять интерпинальные или так далее. Голову сосать, блядь, Шам, это ты. Сука. Да, раз. Почему тебя не бомбит? Почему ты не делаешь что-то для меня? Завтра? Хуй, я не опасен. Скоро встречу. Сейчас еще будут все-таки выходные. Возможно, я что-нибудь спешу. Хотел записать давненько уже игру Street Racing Syndicate. Жуткий просто вариант. Даже не хотел, я его записывал, но просто дело в том, что меня там нихуя не слышно. Из-за того, что я добавил нихуя звук в игре. Увы, никак от редактора не получилось, поэтому я не стал это выкладывать. А нет, ребят, мы не прощаемся.
не бомби в чате, бомби сука в игре. Ничего интересного. Стоп. Вертолет. Хороший пилот. Какой же все-таки сам реалистичный порой. Сюда будут бомжи и что-то посерьезно. Ну и транс. Как я могу про него забыть? Я смею. Второй раз я записываю. Какой-то ебучий обзор, а что это? Я думаю, что это пипец. Как же это скучно, я не представляю, поскольку нужно быть удобным, чтобы это делать, допустим, как в Мейсне, как в Фаланске, так и в Лесерке, только взять монитор, блядь, и не слышать никакого ответа, ведущего монолога, да, показывает от тебя, как бы, и так далее, но все же, это уныло, серьезно. Конец обид. Объясню. Как бы брат, это не всегда родной тебе человек. Так что нет, меня за это войн тебя не оскорблял, родных. Я знаю вас. Подписываешь, он что-то капать. Мой форм потом еще сам банное вещь не получаешь. Ну да, это твари, конечно же, он просто, блядь, заехал в ебучий ангар. И выехал. Просто так. Ёбаный Гарри Поттер. Мне касса, мои все сказали, я в мясо. В стакане градусы алка. Я пью Хеннесси залпом. Я пью Хеннесси в жало. Я знаю, что такое нечиво есть. Поэтому мы пашем так целый день. Надо работать, чтобы приблизить цель. Я начинал стулять, сейчас я здесь. Мы ворвались, как гром в дом. Никто не знал о Dream Team. Сейчас мы входим в топ-100. Моя соска, копия, мисс мир. Я считаю фишки, сотни и тысячи.
наконец-то я добился, блять. Ну, что-то слабовато. Почему бы и нет? Я добываю капусту, она хочет зиять меня. Но это трудно, только лучшие из лучших. Все девочки в луже, мои будни в эту суки. И я выбиваюсь людей. Мы ворвались как гром в дом. Да, это съебал. Все вы так делаете. Секунду съебаете. Она же дверь расплачивается. Вот. Я нашел. Отца Ашота ждет твоего брата. Пока. Ладно. Уже был его план. А того потом будем из-за цепления появилось на землю. Вот, ведь читерский план пытаюсь полить. Давайте Артемку забаним здесь. Мешает всем. Сука, как же дурно вот здесь одному. Даже ебаный так он не съел будет. Почти полет. А это уже фигурное катание. Через окно смотрю, чем дышит весь мир. Расставляю цели, будто у нас здесь тем. Меня это дурманит, так же как только на дурмане. Сука, я занят, строим фундамент. Вот он делает до атаки, я нихуя не понял. Я еще работаю, его хайп не видится. Сухим из воды.
снял, и дальше не желание. Не охота даже смотреть на это все. Даже, блин, то, что ты решил драться. Хотя, может, и не драться. Ты же так не можешь попасть. Вот, эпичный уход с кем из воды.